Многим кажется, что избавиться от табачной зависимости практически невозможно. Это не так. Прямо сейчас в рубрике «Дыши свободно» мы расскажем про 5 самых эффективных способов бросить курить. Чтобы бросить курить, вовсе не обязательно принимать таблетки или клеить по всему телу пластыри. Существует 5 отличных способов, чтобы избавиться от вредной привычки. Откажись от курения наспор с подругой, и когда через несколько недель ты выкинешь из головы последние мысли о сигаретах, ты получишь из рук проигравшей приятельницы, например, сумочку, о которой мечтала долгие месяцы. Этот стимул, конкретный, понятный, явный, видимый, ощущаемый, дает хороший пинок под зад для того, чтобы бросить курить. Последуй примеру известной личности и брось дымить вслед за кумиром. Гарри Стайлз, кудрявый симпатяга из One Direction, уже перестал зависеть от табака, так же, как и телеведущая и молодая мама Ксения Бородина. Повлиял на меня мой молодой человек, который не курит. Ты начинаешь по-другому себя чувствовать, ты меньше болеешь. Ты наконец-то начинаешь нормально чувствовать, что чем пахнет. Сядь на сигаретную диету. Просто с каждым днем выкуривай на одну сигарету меньше, чем вчера. Жертва небольшая, зато результат налицо. Очень скоро твоему организму больше не потребуется никотин. Бросайте курить. Это делает вас некрасивыми, и это абсолютно бессмысленно. Держись подальше от курящих компаний. Стоит хотя бы неделю пообщаться с ребятами, ведущими здоровый образ жизни, и возвращаться к вредной привычке уже не захочется. То, что заставляло человека курить, и что всегда было связано с курением, нужно выявить для себя. И вот их нужно избегать. Посмотри в инете или на пачке сигарет, каким страшным последствиям приводит страсть к сигаретам. Рак легких, морщины, как у старухи, сухие тусклые волосы, испорченные зубы. Вряд ли после увиденного тебе еще захочется взять в рот дымящуюся гадость. А еще не забывай, если ты закуришь вот в этих местах, то тебя ждет штраф до 1500 рублей. Дыши свободно! Еще больше способов бросить курить ищи на сайте такздорово.ру.